Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, дорогие подписчики! Снова вы на канале Дана Запашного и шимпанзе Бонни, которая в очередной раз занимается ерундой. А иначе это, ребята, никак не назвать. У нас вечерняя уборка идет. Бонька, конечно, смотрите на нее. Бонька, конечно же, балуется. Никого не слушается, обезьянка. В общем, ну не сказать, ребята, что все как обычно. Но, ребята, такое иногда у нас бывает. Вот. Так, там проветривается у нас. Окно открыто, Боня ходит по полу. Ну и что ты там ходишь по полу? Жопа ты волосатая. У нас пока что, друзья, никаких нету, собственно, новостей в плане гамака. Как вы видите, гамак все тот же. Тройной. Тройгак, или как его можно назвать. Мы обязательно его поменяем. У нас он, кстати, уже новый нашелся. Сейчас мы вам его продемонстрируем. У нас ситуация стабильная, друзья. Видите, Абони делает вид. Ну, ты посиди. Покажи. Банюша, посиди. Покажи, как тебе хорошо, Боньке, удобно. А и говорит, мне нормально. Я, говорит, и так себя хорошо чувствую. Мне, говорит, все равно. Вон Том, привет. Как настроение? Нормально. Том смотрит в интернете, где можно здесь в Оренбурге отремонтировать автомобиль. Ребята, у нас прям засада какая-то. Сломался центральный замок. В общем, не закрываются двери. Ни сигнализации, ни на кнопку. Нажимаешь, она никак не реагирует. Завтра везем автомобиль в ремонт. Владислав уже, собственно, произвел санитарные гигиенические процедуры. Все блестит. Ребята, вот это мастерство, вот этот профессионализм, вот эти навыки, благодаря которым Влад за 37 секунд полностью приводит в порядок после обеденное место Бонина. Потому что вы сами знаете, какие салаты, друзья, какие салаты Бонька у нас прекрасные делает. Вот. На улице, ребята, плюс 2 градуса. Все течет, все, ребята, меняется, все изменяется. И с этим ничего не поделаешь. Вот. Ну, так не особо видно, но, поверьте мне, уже луж много и все такое. Где-то у нас сейчас здесь, ребята. Где-то вот он, гамак, сейчас, секунду. У нас все в этом самом. Сейчас, ой, извиняюсь. Чтобы ничего не попадало. Вон, видите, у нас тут, друзья, гамак. Новый, красивый, потрясающий. Здесь вот в этом маленьком мешочке вот такой вот большой гамак умещается. И вот мы думаем, Боньке, вешать его сегодня или не сегодня. Потому что эта волосатая женщина, смотри, заинтересовалась. Так, что там папка принес? А что это? Что там? Что там такое? Смотрите. Что там? Что случилось? Что такое? Что это? Так, что за мешочек? Не, вот это не надо. Вот клади на место, мы тебя знаем. Мы тебя знаем, что ты там сейчас придумаешь. Так, включаем рециркулятор. В общем, будем обязательно в ближайшее время заниматься тем, он включился, что поменяем гамак. Вот. Но Абони не дождется, когда это случится, чтобы еще сделать в нем 2 или 3 дырочки. Да, Бонька? Молодец. Вот такие вот, ребята, у нас дела. Вот по ней посмотришь, какая же милая девочка. Слушается папку. Не всегда, но слушается. Молодец. А вот особенно, когда она что-то натворит, посмотрите на ее глазки, Банечка. Ты моя красотка. Ну, посмотри на нас, посмотри. Ты моя. Смотрите. Как колбаса. Ну, покажи. Она делает вид, что она такая, знаете, скромница. Смотрите. Ой, а какой глаз. Ой, а какой глаз. Вы смотрите, какие. А уши какие. Ой, это там такое. Это такое. Ванюшка. Ой, краса неописуема, ты посмотри. Вот такие вот дела. Так, мы тебя сейчас будем догонять. Сейчас мы тебя будем...
И холодно там, холодно, говорю. Волосатая женщина задувает. Ну, хоть и потеплело, ребята, но все равно по полу дует сквозняк, нам уж точно простывать, ну, совсем не к месту. Вот, Бонечка будет сейчас заниматься своими делами, я же сейчас буду немножко тренироваться, чтобы не выходить из формы. Боня, видите, Боня меня завлекает, мол, Боньке нельзя туда. Мол, давай, играй со мной. Такие у нас, ребята, дела, такие планы по, как говорится, новому гумаку, который мы скоро повесим. Вот, заходите, друзья, на телеграм-канал. Там много чего интересного тоже. Мы же вас всех обнимаем. Вон, Владислав пришел. Желаю вам хорошего настроения. И просто рады вас видеть на секции комментариев, когда вы там что-то пишете. Это всегда приятно почитать. До скорых встреч в следующих роликах. Пока!